Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я покажу, какую гортензию я купила в магазине. На первый вид, конечно, она выглядит жалобно, но похоже, что она стояла у них на прямом солнце и возможно, что забывали ее поливать. Но как вы приглядитесь, у нее еще зеленые почки есть, то есть она живая. На чем ее спасать? Убираем все сухие веточки, также листочки, и периодически начинаем ее поливать. Я думаю, что с нее что-то получится. И посмотрите, прошло у нас полмесяца, посмотрите, насколько она стала живой. Она зеленые листья дала и также зацвела, чего я даже не ожидала, потому что у нас уже месяц июль, конец июля. Посмотрите, на веточках два цветка. Спасибо за внимание. Спасаем цветы.